На сегодняшний день по газификации объекта выполнены следующие виды работ. Полностью проложен подземный газопровод, выполнена трубная разводка газа по эстакаде, установлена ПГБ, производятся работы по строительству отмостки и ограждению. Дальше, следующий объект у нас насосная станция. На сегодняшний день здание полностью готово, ведутся работы по гидроизоляции емкости для хранения воды, резервного запаса воды и монтажу оборудования внутри станции. А подключение железной дороги с РЖД согласовано? Согласовано. У нас все согласовано. Все работы по графику? Точно. Понятно. Из этих из работ осталось по-крупному. У нас вот, по сути дела, сейчас порядка на 180 миллионов рублей. Это около сотни миллионов рублей автомобильной дороги. Видели, да? Вот мы запретили въезд, ехали по боковой дороге. Почему? Наносится тонкий слой. Финишный. Да, финишный слой этой. Щебенки, да. Для, готовим под укладку асфальта. На площадке индустриального парка Череповец завершаются работы по созданию инфраструктуры для будущих резидентов. Я напомню, что проект мы реализуем в рамках программы снижения монозависимости города Череповца. Проект получил федеральную поддержку, находится под патронажем федерального центра, фонда моногородов и, конечно, правительства Волгоградской области и администрации города. Сегодня мы, у нас инспекционный контроль. Приехали коллеги из фонда из Москвы, администрация города, от правительства области, делегацию представляю я. Мы проводим, значит, такой инспекционный контроль текущей стадии строительства объектов инфраструктуры. Осмотрели все объекты, начиная от газоснабжения, электрификации объекта, водоснабжения, насосных станций и так далее. И в том числе дороги, которые сейчас вы видите за моей спиной, продолжают строиться. Общая готовность мы оцениваем порядка 80% инженерной инфраструктуры. Все работы находятся в графике. Мы пообщались с подрядчиками, посмотрели за тем, как, насколько качественно выполняются работы, как техника представлена на объекте. В целом могу сказать, что комиссия, которая сегодня осматривала объект, не видит сомнений в том, что объект был построен в срок. Во втором квартале мы планируем принять все объекты инфраструктуры, и парк полностью будет построен, и создание инфраструктуры будет завершено. В этом отношении первая часть нашей работы, она, ну, скажем так, мы удовлетворительно оцениваем текущую стадию работы. Вторая часть, она более сложная, это заполнение парка резидентами. Я напомню, у нас порядка 7-8 резидентов в состоянии вместить эта территория парка. И перспективно город прорабатывает совместно с муниципальным районом Череповецким еще дорезка территории парка, около еще чуть более 200 гектар, вовлечь в территорию, значит, этой промышленной зоны. В целом сейчас у нас мы отстаем немножко от графика по наполнению резидентами создания рабочих мест. Я рекомендовал администрации Череповца ускорить и усилить работу по вовлечению резидентов на эту площадку. Этому способствует и создание территории опережающего социально-экономического развития, решение которое было принято не так давно. Поэтому в целом надеюсь, что заполнение резидентов будет идти более динамичным образом сейчас, и в ближайшее время территория парка будет заполнена резидентами.